На матч 20-го тура первой лиги с Ивано-Франковским Прикарпатьем одесский «Черноморец» выходил, зная, что ровенский «Верес» свой матч выиграл. Поэтому, если подопечные Алексея Антонова планировали навязать лидеру борьбу, то терять очки с одним из аутсайдеров было нежелательно. Первые 10 минут хозяева провели в неспешном темпе. Запомнился удар выше цели Максима Брагару. А затем моряки включились, и уже голкипер галлийской команды раз за разом выручал свою команду после ударов Дмитрия Каркишко, Андрея Штагрина и Артура Вагимяна. Но и Иван Пицан был бессилен, когда на 24-й минуте Сергей Кравченко навесил от углового флажка. Дмитрий Поспелов удачно сыграл головой на опережение. Через 6 минут точный дальний удар получился у Виктора Лиховитько. 2-0. Игра была практически сделана. Второй тайм одесситы начали несобранно, позволив гостям создать несколько моментов. Но и сами моряки могли забить, когда Каркишко, выйдя один на один с Пицаном, отправил мяч в перекладину. Впрочем, Каркишко без гола с поля не ушел. На 90-й минуте Владислав Бугай заработал пенальти, который седьмой номер черноморца уверенно реализовал. 3-0 – закономерная победа одесситов, которую уже в эту субботу примут житомирское Полесье. Сегодня был хороший матч. Мы знали, что соперник хорошо действует в атаке, хорошо навязывает борьбу. И мы знали, что им отступать некуда, так как они бьются за выживание, можно так сказать. И мы знали, что матч будет очень тяжелый, поэтому готовились к нему. Первый тайм, в принципе, хорошо действовали. Преимущество было на нашей стороне. Второй там были ошибки, невынужденные. Наверное, я свожу все такому недонастрою, может, в перерыве вышли как-то после первого тайма. Так делать нельзя, нужно с полной концентрацией играть до конца матча.